Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних 5 путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на 4 стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starladder.tv. Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что, еще раз всем доброе утро. Самый главный привет всем тем, кто с нами уже 16 час подряд. Мы продолжаем. Из 7 туров сегодняшнего дня в азиатской квалификации закончились только 2. И у нас есть, в принципе, возможность посмотреть на турнирную таблицу, поэтому давайте глянем, как сейчас выглядит турнирная таблица азиатской квалификации, и потом уже, собственно, перейдем к матчу. Выглядит она вот так. На первом месте идут ребятки из Arrow, которые уже выиграли дважды. Ну, и мы видим, что MVP Феникс одна победа, но скажу вам по секрету, сейчас они проигрывают и процентов на 99 проиграют свою вторую игру у RRQ. Зефир, одна победа Orange, одна победа Skies, 1-1 сенсационные, First Departure тоже 1-1, Минески 0-1, RRQ 0-1, но сейчас будет 1-1, Mitrust 0-1 и XTN 0-2. Так что мы сейчас смотрим матч Зефир Дота против Gigabyte Минески, американско-корейская команда, да, против Минески, против филиппинских героев, best team, best пиной team ever. Ну, вот нам пока показывают составы Skies и First Departure, игры, которые мы комментировали прошлой. Но это не столь важно. Вот, видите, уже пики. Опять-таки, Skies и First Departure. И опять-таки, это неправильно. Ну, наши режиссеры точно так же, как и мы, уже 15-й час эфирят. Вот, наконец-то, Зефир Минески. Правда, их местами теперь надо, да. Во, супер. Минески, Operation Nyx, Rubik Weaver и Зефир и Sand King, Grace King, Darkseer, Jakiro и Dragonite. Зефиры в первом матче удивили. Они выиграли со счетом огромным, разгромным у команды First Departure, которая после этого точно так же без особых проблем переиграла Skies. Так что Зефир должны сейчас доказывать, что эта первая победа была не случайной. Мне нравится пик Зефиров. Вот эти ребята сейчас показывают то, что у каждого героя должен быть дизейбл. Абсолютно у каждого. Кроме, ладно, Darkseer. Но, опять же, если надо сбить ТП, вакуум у него есть. Ну, блин, да, но Carry Race King это... А тут не надо будет затягивать игру, ты посмотри на их пик. Они гораздо раньше запорятся на хайграунд. У них есть Dragonite, у них есть Jakiro с поджогом. Вышки будут падать через Liquid Fire тот же очень быстро. То есть достаточно будет пушить. Здесь Raid King такой, не будет считаться керри, да, он будет фармить, ему нужен быстрый даггер просто для инициации. Он получит его где-то параллельно с Санкингом и начнут врываться, цеплять любого героя. У Вивера к этому времени линки еще 100% не будет, и поэтому это такой же изи таргет будет. Да, согласен, в принципе. Ну вот, а ласт герой, что в мид? Шторм Спирит в бане, может быть. Пак какой-нибудь против Драгонайта или... Это очень плохой вариант. Пак против Драгонайта стоит печально. Ничего сделать не может. Какого-нибудь Разора сюда. Не знаю. Да, Разор легко сбивается. Статик Линк, опять-таки, тысячу станов, тысячу подкопов. Нет, станы убегать есть, но Драгонайту придется рейндж набирать, пока он застанет. Да, 45 секунд осталось сейчас у Минески. Минески, которые начали, опять-таки, не очень весело. Они проиграли, напомним. Я почему-то думаю, Orange, что это будет Темпларка. Минус армор, поджуков Вивера. Темпларка неплохо. И с челентачем аппарата. И Инвизор опять-таки. Будет их два. Так что это весело. Хотя проблема в том, что это милишный герой будет. Ну, такое. Да, в параллельном матче тем временем закончился поединок между командами RRQ и MVP Phoenix. Там наши любимцы из MVP Phoenix не смогли победить. И у RRQ, и MVP Phoenix по одной победе на поражение. Doom! Угу. А куда этот Doom? Это оффлейн Doom или же мид Doom? В печали этот Doom, скажу я тебе так. Я считаю, что это не тот герой, который должен был здесь появиться.
Да, мне тоже кажется, ему надо много фармы, и у него очень мало армора. Ну, Джей будет на нем играть. Я так понимаю, что это действительно будет Соломит Дум против Блица. Секси Бамбу в сложную пойдет, Кори фармить в легкую Осин и помогать им будет. Ну вот составы команд, Секси Бамбу хорошо вам известный. Блиц, Осин, Кори и Пурдж против них. Минески, известный Джей, который играл еще на первом инте. Джесси Вош тоже играл на первом инте. НБА, Ова и Джио. Команда из Филиппин. Вы видите статистику в этом году. 75% винрейт у Зефиров. Ну там в Корее они набирали, скажем так, обороты. Такие серьезные для себя. И посмотрим, как у них пойдет сейчас. Ну, вот опять же, Минески больше умирают, чем убивают, и винрейт у них, ты понял сразу, как это называется, законтрить? Не шанс, а просто фортификейшн на первой секунде. Да, ну и, по-моему, так быстро побежали Зефиры, и неужели они... Нет, они не пошли на Рошана. Не, Рошан вряд ли, убивать нечем, можно было, конечно, попробовать прокачаться через лайфстил, но... Танковать его было очень трудно. Они очень быстро бегут, и смотри, еще и в смоке они будут бежать в чужой лес. Отличное начало, может быть, от Зефиров. Вот Зефир сейчас толкают очень агрессивный стиль. Даже, ну, переключаясь на предыдущую игру, было видно, что они давят и айтемами. То есть, ну, грубо говоря, измываются над соперником, когда появляется Рейденс у Банши. Это как бы намекает на то, что ребята не особо прям серьезно относятся к игре. Так. Ну и Вивер сейчас может спалить. Вивера видят уже. Ставили сентри, как четко, и не достают! А почему не было сюрджа от Дарксира, я не понимаю. То есть там достаточно цепануть одним станом. За рендж сентри вышел, так второй же сентри есть, да? Ошибка. Можно было разгонять, можно было подкапывать второй, третий стан, там их просто тьма, и рукой колупать. Да, да, согласен, здесь могли Зефиры зарабатывать ФБ, в итоге был потрачен сентрик. Ну, тыкнули они здесь вардец, мы им забронили забили спаун, и будут ли разбивать Минески сейчас эти варды, мы посмотрим. Дарксир! ДД ворует, но... Почему не закинули на хайграунд? Не доставал, наверное, слишком далеко. Не доставал, вроде как прям в упор был к хайграунду, я думал, что сейчас спокойненько закинет, а это проблема. Да, его потом расстреляли втроем, три рейнджевика, понятное дело. Ну и Дарксир у нас будет стоять против трех рейнджевиков, миди Дум против Драгонайта, вот это мне будет интересно понаблюдать. Ну и в сложной у Минески мы видим Никс против триплы Рейс Кинг, Сен Кинг, Апарей. Вообще к крипам не должен подходить. Да. Вообще не должен подходить, потому что здесь у всех есть дизейбл. Смотри, на Дарксира набросились здесь. Дарксир. А ну, это минус. Это что-то Секси Бамбу здесь непонятное сделал. По чилин-тачам так подставляться, это забей. То есть, ну, какой бы у тебя герой крутой не был... На первом уровне три героя под чилин-тачем абсолютно любого героя убирают. Конечно, расстреливают здесь Дарксира как захотят себе, и первый фраг зарабатывает Минески. Очень быстро, и Бамбу сразу настучали по голове. Бамбу понял, что так делать нельзя, что так делают, может быть, на КДЛ во втором дивизионе где-то там, но не здесь. Слушай, я бы на месте Дарксира уже отправился в леса. Ну вот, греха не тая, скажем так, на лайне ему ловить нечего. Во-первых, Вивер он никак щиточком не помешает, потому что он рейнджовый, в принципе, как и Рубик. То есть дэмэджа здесь никто не получит. Отгородиться от них он тоже не сможет. Потому что Вивер крипов сбривает быстро, но вот возвращается на лайн. Да, будет попытка у него. Его сейчас опять спанут. У него сюржа. А нет, вот есть сюрж, да. Подняли вовремя. Сюржа, это еще один тач, минус. И до свидания, Бамбу, второй раз. Вивер зарабатывает один фраг, один ассист. И 6-0 у него крипстат. И сейчас получает Вивер просто невероятную фору. Но вот у него 900 голды. На ровном месте просто. И третий уровень. Отправляется в лес. Почему это нельзя было сделать сразу же после первой смерти? Было понятно, что на лайне тебе стоять не дадут. Видишь, в лесу Сен Кинг по плану должен был фармить. Да хватит им спаунов. Песком. Ну да, хватит по сути. Но, видимо... Сразу этого не поняли парнишки из Зефир. Ну и в итоге Секси Бамбу дважды фиданул. Дарит много денег трипле Минески. Сейчас если Минески не растеряются, они должны просто мгновенно собирать Аквилу или что-то подобное. Ну хотя бы базилку Виверу и идти просто пушить. Да, просто да, давить да. Тавр, заставлять Дарксира возвращаться на лайн. По уровню у него проблемы. По выживаемости сейчас тоже, как показала ситуация. И по черентачам Рубик на хосте тут в медле пытался кого-то цепануть, ну. Но если бы они сейчас еще зацепили здесь Драгонайта, ну, понятное дело, что с Сепарейшеном сейчас можно творить чудеса. С Черентачем имеется в виду, если правильно цеплять. Ну, вот не поймали никого в миде и расходятся по линиям сейчас ребятки.
2-0. Счет по-прежнему. Ну и начало довольно веселое. Правда, мы не скажем, наверное, что это супер-класс команды Минески. Но тут действительно налицо ошибка Бамбу, который дважды слишком далеко зашел и, собственно, был за это наказан. Возможно, под флюидами первой игры, когда можно было творить на кураже. Да, на кураже что угодно, и ничем это не наказывалось, он подумал, что и тут ребята не смогут ничего противопоставить. Но нет, вот показывают сразу с первого уровня, то, что любой косяк будет наказан. Наказан, да. Ну и филиппинская гордость. Действительно, на Филиппинах Дота невероятно популярна. Я для того, чтобы вы понимали, скажу, как она популярна. Facebook аккаунт, Facebook фан-страница команды Минески стала первой в мире, связанной с Дотой, даже быстрее, чем сама фан-страница Доты 2, которая набрала миллион подписчиков. У них больше, чем миллион подписчиков на Фейсбуке. Они невероятно популярны у себя в стране. Дота невероятно популярна на Филиппинах и... Понятное дело, что вот за них сейчас болеет огромное количество людей. Пиной Дота, как они сами себя называют на английском языке. Филиппинцы называются Пиной. Ну, и... На самом деле у нас в Dota 2 сейчас 30 тысяч человек смотрит за этой игрой. Огромнейшее количество, учитывая довольно раннее время, которое сейчас у нас есть. Я не знаю, сколько там точно у нас. 9 сет, то есть... Потерял уже счет времени. Да, ну, если честно, я уже такое... Еще не потерял, но имеется в виду утро, вечер, такое, неважно. А параллельно я вижу, у нас начинаются также другие матчи. На канале StarLadder 4, в частности, Mitras против Orange идет. Так что тоже включайте параллельные стримы. Multitwitch.tv вам в помощь. Напомню, StarLadder 1, StarLadder 2, StarLadder 3, StarLadder 4. Наши 4 привычных канала, забыть тяжело. И в отличие от европейских, американских хабов, вам не надо искать разнообразные названия канал. Все по-доброму, по-старому и по-привычному. Все рядом и в одном месте. Ну и в этом всем есть один минус. Если свет пропадает, то у всех, как сегодня утром у нас было. Да, мы командно роняем стримы. Да, мы действительно команда. Команда СНГшных стримеров, скажем так. И у нас все. Если Дудос, так вместе. Если финалы комментировать, так вместе. Если свет пропадать, так тоже вместе. Так что у нас тут все вместе. Слушай, проблема у Зефиров огромная. Из-за того, что произошел вот этот свап лайнов, очень долгое время будет выносить Daggers and King. Его вообще не предвидится, здесь только сапог. И, соответственно, это может печально отобразиться на всем. На общей задумке игры, потому что рейтинг собрал сейчас ПТ. Вот после ПТ должен появляться Dagger. И должна быть какая-то инициация. Без Санкинга это не есть возможно и хорошо. Да, я согласен. То есть у нас получается два минусовых героя. Это Дарксир и Дарксир и Санкинг, конечно же. И в то же время у нас имеется очень-очень хорошо так бустанутый с помощью соперников Вивер. Который сейчас уже второй раз будет юзать свой Мидас. А у нас шестая минута всего-навсего. Да, по минусу он сейчас по уровню ломанется очень сильно вперед. Но он раньше 5 минут вынес Мидас, там на 4.50 у него был Мидас. Это фантастика. Спасибо Бамбуе за это. Да, спасибо Бамбушечка, наш любимый друг Бамбу, который очень любит Киев, очень любит Украину, Киберарену. Скажи мне, какая команда, приезжавшая на StarLadder, не любит Киев? Нет. Таких нет команд, вот да. Реально. Вот я не видел ни одного блога или поста, типа, я съездил в Киев, так ужасно, типа, мне не понравилось, это худший турнир в моей жизни. Да, ну, есть тут кое-какой шарм, и если вы приезжаете в арену на турниры, то, я думаю, вы понимаете, что здесь довольно весело, особенно в командах. Особенно командам, да. Нашли Рубика, Драгонайт в форме. Ну и вот он, первый фраг команды. Зефир забирает. Непонятно, что здесь делает Рубик. И... Он ставил варды вот здесь вот. Ну типа... Такое. Варды здесь, а Рубик здесь. Типа. Ну типа да, почему он поставил варды и побежал вот сюда, это для меня спорный вопрос. То есть, может он думал в спину зайти как-то загангировать и надеялся, что так шестая минута. Да, варды поставлены на руне, обычно бывает на первой минуте, они бы уже упали. Но здесь мы видим Зефира из-за того, что долго бегали в лесах. Вард на топ-руну они поставили позже, и в итоге у них вард еще там был. Они увидели, что Рубик забежал в леса, они увидели, что Рубик тыкнул свой вардец туда, и они понимали, куда Рубик пошел. И, собственно, там его и приговорили. Тут, кстати, из-за свап-лайнов пришло... Ой-ой-ой-ой, что произошло? А произошло то, что произошло. По чилин-тачам опять разобрались. Ну, и не помог ни песочек, ни подкопы, ничего осину. И мы понимаем, что и осень здесь не вытащит. Даггер. Из-за свап-лайнов
Там Ник себя чувствует великолепно просто. Он понимает, что за счет одного айспеда его не убить, и он уже почти шестой уровень. Он наглеет, стоит на лайне. Да, крипов у него немного, хотя как немного, больше, чем у Санкинга. 10 он добил. И шестой уровень будет... Он Аркана уже вынес на восьмой минуте. Он очень наглый, но мы видим, немножечко еще и подтупливает. Это Джесси Вош. Знакомый лично мне товарищ. Он играл еще, если не ошибаюсь, на первом инте в составе Минески. Хорошая была команда. Они тогда, по-моему, не вышли. Да, не вышли они в топ-8. Это Митрас тогда вышли в топ-8. Минески не вышли, но бодались так серьезно. На втором, на третьем инте их не было, но... Надеется очень народ, что будут они на четвертом инте. Но начало не самое веселое. Напомню еще раз поражение у Orange в матче, который комментировали Каспер и Lost буквально несколько минут назад эта игра закончилась. Ну и сейчас против Зефиров надо выигрывать. Ну и начинает Минески, в принципе, неплохо. Да, начинает очень хорошо. Здесь линка будет вырисовываться у Вивера. Появляется Ring of Health. Есть уже 700 на руках, есть базилка. Мое удивление, почему-то не пушит лайн. Можно включать базилку и сносить ТВРа. Забрать. Но видишь, у Вивера есть мидас, и типа пушить лайн сейчас на восьмой минуте, ну даст это маленький буст. Ну, а что именно даст? Ну, то есть Никсу какую-то шмотку, ну, не надо там очень срочно... В миде Думу, но вынесет вообще, он да, мне какую-то Думу мидаса. Тоже. У них два мидаса два и девауэр. Мидаса. Куда спешить? Сейчас наберем шмоток. У Вивера лучший крипстат на карте. Вивер мидас на пятой минуте получил. Сейчас его уже четвертый раз скоро заюзает. Вы понимаете, что это... Не, включает уже базилку. Включает базилку, кидает фейтболты, будут пушить лайн. На да, самом да. деле, сейчас, если очень быстро получить какие-то барабаны или тот же ультимейт торп, то можно идти в атаку, потому что у Зефиров по артефактам сейчас вообще ничего не будет. Кстати, тоже старладеровский сет на Вивере. Уникальный. Да. Уникальный сет на Вивере. Да, даже у Минески. Да, но мы видим, начали действительно пушить тавр. В миде там что-то интересное. Дум с Драгонайтом тут пободались немножечко. Ну, Думу по барабану. У него Баклер, у него руна Регина в загажнике. И сколько бы ему дэмэджа не кидал Драгонайт, он все это отрегенит. Вот он и сожжал, забирает руну Инвиза. Есть Дум, есть сожженный волк. Можно было бы даже, наверное, попробовать какой-то наверх выйти. Там Виндетта, наверное, у Жука есть уже. Да, вот сейчас будет после этой пачки крипов. И под Виндетту да. какой-нибудь саппорты можно забрать. Ты видишь, 8-й левел Рейс Кинг, барабаны ПТ. А вот товарищ Пурч тут, в принципе... Уязвим очень даже. 600 да. хп всего, его можно разобрать просто моментом. Дом не хочет уходить с лайна и терять заветный опыт и золото. Он отходит в лес только чтобы медасировать. Мек у него сейчас уже будет достаточно ранее, с учетом физов уже и ботла. Сейчас кинет медас, сожрет пару крипов и... И все. Нормас. Да. И будет уже себя великолепно просто чувствовать. Да, у нас 11 минута, 3-1, опять-таки не много фрагов в начале игры. Так же, в принципе, было, как и в прошлом матче, но вот... Он помните, раскачался. В прошлом матче, да, там раскачалась игра и там начал... Чудить инвокер, и было все очень круто. Вивер, персеверанцы, 1000 голды. Вивера деньги появляются просто с бешеной скоростью. И я включаю, наверное, Networks. Да, у Дума еще больше, но у Дума, по сути, два мидаса, как ни крути. Да, вот Бомбой сейчас много опыта и денег получит. К нему подвели огромный пак крипов просто. Вот он, 8 уровень. Есть мека, кстати, уже. Воровал. Да, неплохо, неплохо. То есть в лесу он вынес таки меку. Вернулся на линию своевременно. После этого не умирал, после этих двух... не самых лучших мувов в начале игры. Сейчас у Бамбу поспокойнее все, и он понимает, что пока его убить не смогут никак. Operation вместе с Рубиком. Ну, хотя вот надо контролить 6 левел Operation. Operation. Это мека, кстати, она ценой даггера Санкинга. Ой-ой, Doom в инвизе. Doom в инвизе прилетает вниз. И уходит, как назло, Санкинг вместе с Дарксиром отсюда, потому что почувствовали, что нету Дума. И мы видим, Дум пытается погнаться, но инвиз сейчас закончится. Не, инвизу еще долго. Еще секунд 20 он точно будет. Они, возможно, даже попробуют спануть Дарксира, если он на лайн вернется, и Рубик за телекинезом подойдет, то могут и убить. Но Рубик не идет почему-то. Рубик там... А Дарксир под тавр. Ну и нормально. Нормально для Зефира. Минески потеряли время. Они тавр сейчас будут забирать. Здесь с волком должен Вивер сажать крипа очень быстро. Ну, вот, видят, Бомбоя, пошел Дум, земля, очень больно наваливает. Ты посмотри, какие тычки, там по 3 сотки, это крит был, конечно, но тут есть еще что, левел дес, промахиваются жуки, но Бомбой здесь погибает. Да, но тут пытался еще задуть Пурш, к сожалению, не задул, мы видим, здесь же у нас Кори пытается Дум убежать, и хватит, у него муспида, здесь и Осин будет копать. Да, копать тут... там мека.
Там еще Мех, еще Дум. А, ну Эпицентр, да, вот. И Драгонайт еще, так что вчетвером. Да. Без Эпицентра бы не убили. То есть Дум бы просто ушел через Меху, на физах его бы так и не цепанули. Зато аппарат тем временем, что уровень получает в медле. Но теперь будет веселее. Драгонайт покупает уже Лотар. Ну, 14 минут, в принципе, нормально. Не, ну, в принципе, нормально. Да. Это как-то я... Что-то только 8-я, 9-я, мне казалось. Но нет, тут уже игра далеко впереди. Время, кстати, достаточно быстро летит. Да, и Вивер, мы видим, уже практически нафармил себе ультимейт Орбец. То есть осталось там буквально 1500, и будет у него уже готовая линка. Очень ранняя и очень толковая линка. Мы понимаем, что она здесь много чего будет отбивать. И дальше уже будет Вивер чувствовать себя поувереннее. Старайт Кинг сменил стратегию, он прекрасно понимает, что Даггер ему здесь ничего не даст, ему надо также фармить и выходить во что-то, и будет выходить, судя по всему, в БКБ. Правильное решение, потому что если бы он сейчас 2150 выкинул... Ну да, против Дума Апарейшн на Никса и Рубика, это понятное дело. А Блинк, ну что Блинк? Ой, посмотри, на топе, пурш! И выйдет. А ведь спалил его крип, если он сейчас получил ульт от аппарата. Но он бы здесь погиб. Ты смотри, там Дум, видит... Пурджа. Ну вот ждет он, пока откулдаунится. Он уже может выходить, в принципе, под землей горящей. За вышку даже. Ну, боится сейф ТП, конечно. Прошелся по сентри. Он в смоке. А там в смоке, думал, он в инвизе. Ну и все равно Пурдж никого не боится сейчас. Ну и Ник сейчас должен на него броситься, наверное, или Пурдж. Не знаю, на самом деле, почему они... Вот сейчас можно было поражать Карапаси, потом дать ну, им вот бейл. Выходит на Пурджа Пурдж и до свидания, Пурдж. Вот так вот. Никс там забрал моноберном. Ну ему надо Даггер. Дум-то свое золото все равно вывозит, не Мидас и Девауэр, и денег просто тьма постоянно. А вот Никсу потрудней на оффлейне. В миде Сенкинга-то как гонят, серьезно, Сенкингу пол хп вообще снесли, просветили его, и толку никакого. Ну Никс есть Даггер, Т1 Тауэр забрали, Дум 1200, Вивер тоже заработал, размен идет товарами, потому что снизу Кори и Блиц. Блиц, единственный левел уже в форме. А, ну и дефа нету здесь от Минески. Забирает Зефир и вышку. Тут Дум пойдет на следующую, я думаю, или нет. Сворачивай, да, все же. Хотя с Мекой и вроде с Сорженным Волком можно было попробовать. Ну и вчетвером надо попробовать. Надо сюда наверх сейчас идти и драться. Парейшн далеко, у Парейшна есть ультимейт, поэтому 100% надо давать ультимейт по тавр и идти драться. Или же пойдут в мид драться на да, кого? Могут здесь цепануть, кстати, Санкинга. Вот выбегает просто Никс между... Таурами. Видит Пурджа, надо Пурджа убивать. Пойдет ли ультимейт от аппарата сюда? Подпрыгивает, Даггер, отличный импейл. Здесь тут же Дум на Драгонайте и ульт аппарата. Сейчас будет просто царский по троим залетает. Это минус 2 мгновенно, пытается учать от Джакира. Но Вивер, наверное, его не отпустит. Конечно. Есть ли Чилинтач? Нет. Тут и без Чилинтача под волком просто великолепно. Просто фантастическое сейчас. Ультимейт залетел. И то, что мы говорили, отличный врыв. Парейшн с базы. И мы видим 8-2. И Зефира в Минески тут так серьезно. Да, то сейчас будет минус тауэр, это будет уже линка. Да, линка вот уже есть, после тауэра там уже что-то новое начнет собирать. Дум приобрел себе плейтмейл, и у Дума тоже все великолепно. 9000 нетворс, 8000 у Вивера, 7100 рейскинг, 6000 драгонайт, 4700 бамбу, 4000 никс. Ой-ой-ой-ой, что, отдают вышку? Ну, она денайбл, и в принципе заберет ее. Да, Кори денает спокойно. Боится. Опасается. Знает. Не знаю, кстати, почему отдали. Там буквально 1000 от героя надо было. Ну, побоялись, что сейчас будет какой-то... Не знаю, что там будет. Мега-врыв. Что? Ну, так не произошло. Так, Никс. 170 голды в чужих лесах бегает. Ну, в чужих лесах нет смысла с него. Надо ему выходить в мид. Надо ему пытаться дальше кого-то с помощью Виндетты. 11 здесь. Хочет. Ну, тоже, пока соло лайн дают подфармить, хочет 11 уровень. Ну и моноберн промаксить того же СК. Хотя скелетон Кинга очень трудно моноберник, интеллекта мало. Да, отрубит мне Близзард язык за то, что его да. Скелетон Кингом назвал. Да, пусть отрубят. Можем им написать письмо официальное с твоим адресом, пусть приезжают с кусачками. Проблема, думаю, возникла где-нибудь. Конечно. На таможне. Скажешь, за счет кусачек? Зачем да, вам кусачки? Да. Зачем вам кусачки? Мы приехали в Киев русских убивать. За то, что они называют скелетон Киева. Добро пожаловать! Ой, Близзард. Не, ну, понимаешь, если бы Близзарды отрезали язык каждому, кто называет героев их именами, я бы... Все комментаторы немыми были. Я бы уже давным-давно не комментировал ничего. Каспер бы уже, ему бы уже отрезали все, кроме, не знаю, кроме чего. Кроме левой руки. Ну, потому что, ну, привычки старые, и Брюмастера, Панда я называю, например, постоянно.
мечтали за Denied Tower вдвоем, Секси Бамбу и Пурш, не получилось это у них? Да, и Вивер, Линка, ПТ, Мидас, 17-я минута. Пнетворсу обгоняет его только. Слушай, это как-то слишком хорошо. Да, и еще и Дума еще и лучше, к тому же Дилау. Не, ну Дум, сейчас... понятное дело, Мидас, Диваур, у него уровень просто великолепный. А что он собирает? Я вижу, что у него Плейтмейл и Митрил Хаммер. Просто, а Митрил Хаммер на БКБ. Мне нравилось в какой-то момент в азиатской доте 3 или 4 матча подряд. У нас всегда с Каспером сначала появлялся у чуваков Ogre Club. Типа, это был некий переходной айтем, с помощью которого, наверное, открывали следующий. Ты подходишь с топором к продавцу, говоришь, типа, давай, продавай нормальное. И у него просто тупо нет выхода. Да, ну, потому что всегда, типа, покупают Ogre Club, потом начинаешь, сейчас появится БКБ или Сэндж. Просто раз там... Просто другой артефакт, там какая-нибудь клинка собирается или еще что-нибудь. Ой-ой-ой, Дум. Ну трудно его убить, ты посмотри, в него столько дэмэджа залетает. У него сейчас будет щемека. А у него щемека не прожата. Вот он прожат, тут уже 2 ТП, на развороте надо драться. Дума надо кого-то поджигать, Дум. Умирает Дум. Но поджег он, тем временем, Драгонайта. Драгонайт заморозился. Вивер, Вивер в драку, Драгонайт пытается добить. Добьет, там уже да, минус добил, добил. А хотя нет, мека... Ну и Никс не ворвался. Смотри, минус 2-то от Зефир в размен. Никс! Отлично! По двоим. Убивает одного. Но тут Дарксир за Никсом. У Никса есть Карапаси. Но не стал их юзать. А вот тут в инвизе бегает Вивер. Дальше поставили Вивер бордец. Может сейчас быковать немного. Он сейчас может просто шикучами всем надоедать, но решил отойти. Слушай, на самом деле как-то не очень врыв пошел. Я не понял, куда улетел ульт аппарата, потому что когда били Дума на медле, он ушел куда-то в леса вот сюда. Да, вот, да, абсолютно. И... не попал. Если бы попал, драка бы пошла бы совершенно по-другому, мы уже видели, как ну и долго. Драки. Опять же, долго сейвили Дума, то есть его пинали очень долго, а ТП началось только когда он уже под медлом здесь погибал, просил, молил о помощи, крался к себе на хайграунд. Выюзал все, что можно да, было да, выюзать. Да, ну ладно, типа поможем. Да подумали, что там этот Дум, боже. Может ему, кстати, стоило раньше ультимейт проюзать, тогда он кого-то бы заткнул и не получал лишние станы по спине. Заюзать решил только перед смертью. Может быть. Вивер, что приобрел себе? Это Митрил Хаммер. Ну, либо... Вряд ли это БКБ дезолятор. Дезолятор, да, 100%. И причем этот дезолятор будет где-то минуте к 25-й. И опять-таки это будет неприятная такая штукенция для Зефиров. Но Зефиры понемножечку здесь остановили вот рост графика. Мы видим уже... минутки 3, наверное, на уровне 6,5 тысяч преимущества по деньгам у Минески, по XP 5 тысяч, и опять-таки тоже минутки 3, вот это вот преимущество не растет. Слушай, тут у них с Ассасином буквально минуты через 4 будет догон. Пусть, конечно, первого уровня, но... Но это все равно весело. Да, он какого-то... Ник с догоном, это всегда прикольно. Сан Кингом может разорвать просто на куски 8 уровня, 800 хп, ну и стизит. Ну и, понятное дело, с ТХД то же самое он сделает абсолютно. Дарксир, кстати, немногим толще. 1000 хп. Так, Зефиры на Т1 нападают. Фортификейшн есть, должны дефать. Пойдет ли но ульт аппарата? Только двое здесь и ульт аппарейшна. Все, и то и не точно ульт аппарейшна. Но вот есть ТП. Никс, мановый же Кори. Тут же Дум врывается. Дум, приморозили его. Дум без БКБ пока. Да Дум идет надо, в драку. Ой, как четко делает все Сэнкинг сейчас по стяжечку. Вот оно, комбо-вомбо. Минус 2 уже от Зефиров. Горит там Блиц. Блиц все-таки переживет этот Дум. Ну, в итоге Сэнкинг у нас погибает, ну и но минус он 2. Свою миссию выполнил. Сэнкинг да. С Дарктиром сейчас сработали просто великолепно. Напомнил мне чем-то финалы Старладера. Ой, сейчас, кстати, проблемы могут быть... Линка, таймлапс. До свидания. Слушай, а вот сейчас, на самом деле, Вивер может задуматься о том, чтобы из этого Митрил Хаммера варить БКБ. Потому что сейчас Зефиры показали... Да, что могут. И вот опять-таки Дум без БКБ, Дум оттягивает. А нет, все-таки с БКБ он был. Он был, а почему он не включил? Нет, он только что его в себя собрал. У него вряд ли был, он бы прожал 100%. Он, наверное, только что его в себя собрал просто. Хотя нельзя собрать, когда ты на этом. Я думаю, что он не прожимал, потому что вспомнил предыдущий замес и видел, что его там очень долго убивают. И вроде как он мог бы повременить с этим. Ну вот ему объяснили, что повременить не получится. Да, ошибка. Так, ну что же, Никс. Здесь в лесах. Думает, на кого? На Драгонайта или на Райскинга. И решает, наверное, на Драгонайта. Так, Драгонайт. Больно. Тут же ульт Апарейшена. И Драгонайт погибает. Аппарат, кстати, нормально штопает. Там 4-1-5.
1400. Да, но разочек он не попал тогда там в миде, да, так более-менее все нормально. У него попадает ультами, хорошо их раздает. Проблема Минески в том, что они не убивают совсем Райткинга. У него уже есть Мейлшторм, у него есть реинкарнация вторая, совсем скоро будет третья. Это каждую минуту, грубо говоря. И это становится очень сильным герой. Да, ну все-таки мейн-кэрри, но как ни крути, все равно мне кажется, что Вивер и Дум смотрятся поперспективнее в битве. Вивер силен, пацана. Тут спору нет. Вивер уже 15 уровня. Саппортов он скоро будет сгрызать с изолятором вообще за секунду. А если под ультом аппарат и чилинтачем, там шансов ноль. Кстати, аппарат не стал собирать аганим, приобретает себе ГОСТ. Пошел ульт аппарата на Рошана. Ну тут никого нет, и рановато немножечко дал его. Апаришн. Маленький кулдаун. Да, можно давать, в принципе, в каждой драке. По два раза Дарксир перетягивается сюда поближе, поближе к Думу. За ними, в принципе, идет погоня. Да, вот. Вот так вот. Дум, Трабла, БКБ. Дум поджигается. Ой-ой-ой-ой-ой, как тут-то больно получилось. Крапасин, да, все грамотно. И просто тпаут. Вакуумом потянули, тпаут сбить не получилось. Крапаси нет еще 10 секунд. Ну и один в один. Один в один, правда, Никса, у которого... Ага, это форстав, кстати. Решил тоже интересное решение, да. Ну, в принципе, действительно, догон это было бы слишком, скажем так, неправильно. Я бы не сказал, на самом деле. То есть он, может, побоялся, понимает, что какой-то эскейп нужен. Хотя догон здесь против того же Джакира и Санкинга не помешал бы. Ну, это нагловато бы, конечно, было. Но все равно решил, что надо как-то попытаться что-то собрать, чтобы форстафиться и выскакивать из эпицентра, там как-то, я не знаю, кого-то сейвить там от станов. Да. Все-таки станов хватает, так что вот пытается быть полезным. Вот он, 24-я минута, дезолятор. Ну, и сейчас можно идти грызть саппортов. ТП на топ. Это один здесь упадет, фортификейшн нет, забирает его либо ДК. Да, Драгонайту достается вышка. И уже 2000 на руках, есть Огр Клаб. Ну и это БКБшка скоро, да, то есть это будет Лотар БКБ через 1000 голды. И станет товарищ Блиц уже опасным. По деньгам, по-прежнему на уровне 6500, по XP уже 7500. То есть по XP совсем чуть-чуть Минески оторвались, но то, что по деньгам все на месте, графики на месте, говорит нам о том, что игра ровная, и чем дальше она будет заходить, тем менее вот это вот преимущество будет что-либо значить. Да, 6 тысяч через те же 20 минут, они уже мало что будут значить. Да, это у кого-то слот, а если разделить на всю команду, это по 1000 преимущества на человеке, что в принципе ничего не значит. Ну и начинает падать Рошан. Вот теперь ульт-аппарат уже вовремя. Человек Кори баш получил. Сенкин, пошла драка, подожгли секси-бамбу, он умирает. Драгонайт здесь в инвизе, Дум, БКБ, отлично, и Сенкин, как быстро сбривает эту Драгонайт, у которого заканчивается форма. Ну и мы видим, что минус 2 в размен на Никса, плюс отогнали от Рошана Зефиров, Минески. И Дум с этим волком. Да, у него даггер появился буквально вот, я не знаю, минуту назад, он его тут же реализовал, грубо говоря. Да, разваливает он очень сильно. 200 атаки с руки. Но мы видим здесь, отэвейдил просто блинком стан на Рейскинга. Показал, что он может. Показал, что у него нормальный пик. Можно не париться. Но на Рошана не идут. На Рошана не хотят. Не хотят там драться и правильно, наверное, делают. Все-таки не стоит забывать о Дарксире плюс Санкинге. И находиться вот в этом проходе втроем, четвером, пятером чревато последствиями. Да, мы уже один раз видели, собственно, вакуум хороший под подкоп. Ну, это был не по всем, но вот если будет по всем. Что, аппарат запустит ультимейт на Рошана, зачекает то, что его там опять фармят. Кори, кстати, может погибнуть, если ульти... А, у него реинкарнация, все нормально. Ну да, знает прекрасно сейчас Минески, что происходит. Рейскин должны жучки пойти от Вивера. Мьёльнир, так вот он Мьёльнир. Вивер побежал, тут стоят Сентри. Просветка. Это проблема, уходит в ГОС, но рано ушел. Сенкин копнул. И Operation даст ли ультимейт? Какой хотя классный бы... фейл. Просто супер. Но двое зефиров уже умерли. Operation проседает. А умирает Рубик. Operation убежал. Кори дерется до конца. Сейчас закончится БКБ у Кори. Подожгли у нас Блица. Блиц только с руки бьет Дума. Стана. Отлично. Какой подкоп от Никса. Кори погибает. Он последний. Сейчас второй раз его надо убивать.
Вон, можно минус мана, вот так вот линка сработала. Ну, некуда слоу. Здесь уйти, да, это минус 5, и я думаю, что будет сразу же заход на Рошана, пока Дум под землей сможет танковать, а для Вивера снести эту тушку проблем особо не составит. 700 хп там уже заработал сейчас Дум сверху за убийство Рейскинга, ну и у него огромное количество денег, видим, а Аегис у Вивера. Ну вот сейчас Минески, конечно же, здесь однозначно является бешеными фаворитами этого матча. Слушай, я не знаю, я просто респектую этому Никс Ассасину, его импейлы а-ля Равейджи по всем постоянно, он очень редко подкапывает одного, он постоянно попадает по одному-двух, и опять же в таких ситуациях, когда это просто необходимо, не просто стан в тупую, типа вот, а там под сейф думаю, еще что-то. Не, хорош, согласен, действительно, то есть, как X-Mike вчера радовал. Что, на Никсе опять играл? Да, там, то есть позавчера, с Union Gaming, когда он там ревиджировал. Да, он царь тот еще. Ну, X-Mike это Мишка. Да, к сожалению, не будет Мишки. В Сиэтле, я вам напомню, что американская квалификация не закончилась в гранд-финале. Счет 2-2, и пятый решающий матч будет сыгран сегодня в 11 вечера по Киеву, в 10 сет, в 12 ночи по Москве. Ну, вы знаете, что... Если вы, опять-таки, с нами всю ночь, что ближе к 5 утра по киевскому времени, к 6 утра по Москве, после полуторачасовой паузы и проблем с сервером американским, игра решением Valve была перенесена на сегодня. Так что, кто будет конкретно участником International, кто будет wildcard от Америки, решится сегодня. Liquid против North American Rejects, 22C, 23 Киев, 12 ночи Москва. Не пропустите. Ну, да, конечно же, еще куча матчей сегодня, в Азии да. Нас ждет. Да, всего мы 8 матчей закончили из 28 сегодняшних, то есть, я имею в виду на всех 4 стримах. То есть, нам, мы еще даже до половины не добрались азиатской. Ну и будет что посмотреть. То есть, у нас последний матч начинается в 15.00 по Киеву, то есть в 14 сет. Смог. Ну, никого не найдут. Вивер отсюда вовремя ушел, несмотря на то, что не есть Аеги, все равно не рискует. И 3600 на руках. Наверное, баттерфляй какой-то будет появляться. Ну и Dark Tear мы идем приобрел, кстати, Ultimate Orb. Начинает делать хекс. 16 левел Race King. Драгонайт, ничего нового после БКБ. И Латара, в принципе, ничего нового и не должно быть. Понимаю, ничего ему здесь не надо. Ну и ТХД, понятное дело, ничего не надо. Сен Кинг есть Даггер, есть Брасер. Аркантапков нету, монопол малюсенький. Да. Пока Зефиры сейчас смотрится немного слабее. Ну, кстати, оппонентов. Прошло-то полчаса игры уже. Заметь. Да, полчаса игры прошло. 12 тысяч уже преимущество по золоту Минески. Более 15 тысяч по XP. Чревато. Да, но мне кажется, что Зефирам здесь надо действительно какое-то чудо в виде связки. Да, все должно быть очень грамотно. У Дарксира, конечно, есть даггер, и может он синициировать, но... Сан Кинг всего лишь 10 уровня, и первый эпицентр. Может и не хватить. Согласен, учитывая, что там есть чем выхиливаться, там есть и мека, но пайпа нету, но в любом случае меки должно хватать. И Минески. Смоуки, атака на то. Будут кого-то пытаться в лесу поймать или просто зайти поймают. В топлине. Главное не дать успеть поражать БКБ. Да, показывают. Кто-то будет запрыгивать даггер, запрыгивает Дум. И курицу тут можно убить. Нет, решили забрать просто блица. Очень быстро. Побежал у нас Вивер. Цепляет Пуржа. Пурж на базу летит. И пол хп ему сносит, конечно. Еще Дум запрыгнул. Левел Десс и грызет. Жук. Нет, не догрызет. Вышка помогла. Ну а вот... Ой-ой-ой-ой. Ульт аппарата. Пошел. И до свидания, Пурж. Просто до свидания, Пурж. Как-то он опрометчиво пошел постой дальше. Постой вот здесь, да, постой вот что... здесь. Ты же прекрасно знаешь там Operation. В любом случае, 20 секунд он бы не дрался, потому что Драгонайт в таверне, и суваться он никуда бы не стал. Минус вышка на топе, очень быстро. Я думаю, могут попробовать даже зайти на третью. Ну, они разведут на глиф, они попробуют однозначно. Мы видим далековато отсюда Никс, но все равно заходят они. И пошла так от Никс, от Дума и от Вивера. Боже, а полтавра-то куда-то пропала практически моментально. Рейс Кинг, стан Вивера, линка. Ну и Никс тут не попал с блинка с подкопа. Продолжает. Сейчас добьет вышку.
Тут осталось реально еще три выстрела ему сделать. Они смещаются в мидл. Не, Минески уйдут. А не хотят спешить, не хотят выпускать вот это вот преимущество, которое у них есть. Ну, у них откат ультимейтов, по крайней мере, у Дума его нет, поэтому лучше дождаться. Они спокойно заберут Т2 в медле. Вот если Т2 в медле будут дефать, я думаю, они подерутся с удовольствием. Как раз через 15 секунд Дум сможет опять кого-то заткнуть. Но у него еще 3600 на руках. Какой-то ривер или дальше пойдет в Кирасу. Кираса, кстати, под изоляторы жуков заехал бы очень даже. Там поймали у нас Дума опять-таки, копнул его Сэнкинг. Дум БКБ. Бежит, Шива цепанул Йосина, но не видит его, сейчас видит, поджигает, ну и пытается Мека выхилить, прыгает, Дум в толпу, за Йосином ее ускорили, и ульт парично залетает, выживают. А там вышка в медле тем временем упала. Ну и поймали Дума, вместе во всей командой, тут Мека тоже не поможет, юзает Меку и минус Дум. Вот так вот Мега килл отдал на ровном месте. Ты смотри, как ломит на топ сейчас Вивер, Виверу что-то прилетело, должно что-то прилететь. Гем выложил он, кстати. БКБ. БКБ поздноватенько, но лучше поздно, чем никогда. А, и фортификейшн базы, наконец-то. Есть сюда сразу телепорт, который тут же отменяется. Потому что рядом уже ТХД, и Тауэр должен упасть. Йосин прыгнул, не копнул у нас Вивера. Там Линка. Ну и будут ждать, конечно же, Дума сейчас, Минески. Они никуда не пойдут, они 100% будут ждать Дума. Дум, кстати, почему-то пошел не в ту сторону немного. Он погнался за Санкингом, когда сзади возле Т2 в медле была вся его команда, и он мог спокойно развернуться, прийти к своим ребятам, тебе бы объяснили, что тут происходит не так. Но правила безопасности, скажем так. Да, тут почему-то ломанул к чужому Т2 на ботами и... нахватался лещей. Вот он догон. Таки покупает, собственно, Джесси Ваш этот догон. А, на топе у Минески, мы видим, продолжает фармить Вивер. Ну и хочется сейчас какого-то экшена от Минески. Какого, я не знаю, но какого-то хочется. Все-таки они ведут 18 тысяч голды, 22 тысячи экспы. Какие-то невероятные цифры. И надо им продолжать, понятное дело, вот этим заниматься. Продолжать пушировать линии и так далее. Вот есть еще Т2 Тауэр снизу, его можно забрить, почему бы и нет. Да, Кирас, кстати, появляется у Дума одним кликом. Ну вот, все и есть. И теперь минус армора, просто дезолятор 7, Кираса. Джиминейт Атак. Ну не Джиминейт Атак, а The Swarm. Да, The Swarm, который по одному жирают стычки. Никс, капнул одного, правда, не двоих. Тут же мы видим, врывается Вивер, Дарксир. Должен Вивер растянуть. Но нет, не тут-то было. Почему-то отпускает. А он решил... Стянули у нас Джесси Воша. Джесси пытается мансовать. Джесси копнул двоих. Джесси заморозили. Сэн Кинг на Джесси. Ну и наконец-то минус. Он 62 секунды. Всей толпой били. Ульта проишна неточный. И ничего не будет делать здесь Вивер. Чем занимался все в это время? Например, на легкой линии Дум у нас фармил. Да. Не, он идет подпушить Т2 последний. Думаем, он идет убивать секси бамбу. Раз, тычка. Еще один удар. Ой-ой-ой, бамбу хорошо расконтролил бамбу. Но он все равно погибнет. Да, он все равно погибнет, Дум получит экспу и уходит отсюда. Но бамбу классно бегал вокруг Тавра, он знал, что если Дум рейд крикнет, то будет он зацепляться вот эти вот пикселя. Но есть фраг. 8-4-10. Джей творит статистичку. Статистические данные своей команде подправляет. Что у аппарата? У аппарата через 4 сотни будет агоним. Ну вот после появления... Аганима у парада, потому что, ну, у Дума есть все. У Никса, в принципе, тоже есть все. У Вивера есть абсолютно все. 3900, ну, может быть, Тараска еще. Потом как-то. Я думаю, Тараска даже не нужна. Здесь есть Линка и БКБ на выживаемость. Лучше в дэмэдж уйти, какой-то баттерфляй собрать или еще что-то. Потому что слишком много сейвовых айтемов будет. Хотя, много сейвовых айтемов не бывает. Цепь бёрнинг. Да. Что еще один тавр забрал здесь тем временем ASXC, который играет у нас на Вивере. Ну и 5000. Что да. Фармит Кинг? У Кинга Башер. А что он может фармить? Узал. Ну, вариантов, в принципе, ну, вообще да, нет. Вообще да, неплохо. Думаю, бы не помешал сейчас какой-нибудь рефрешер. Двоих затыкать сразу, и было бы великолепно. Ну, я вот думаю, он себе может позволить такую выходку. Ну вот мы видим 2600 денег, до рефрешера надо... Надо много, но
подсобрать, скажем Фармит так. Фармит он быстро. Возможно. Да Раша на полторы минуты. Ну, от Минем побежал куда-то, непонятно. Джей, Минески немножко теряется на карте, не знает, что у них 20 тысяч голды и 25 тысяч экспы преимущества, но они теряются, не знают, что делать. Нет, они идут по топу, они собираются в пятером, они знают, что там нет вышки и стоят голые бараки. Правда, фортификейшн уже будет через 50 секунд, но не суть. С таким количеством минус армора у барак и крипов все будет осыпаться очень-очень быстро. Ну и придется дефаться. Сейчас да, пытаются спануть Джакира, и они... Нет, Джекира успел поставить варты. Тикать, тикать отсюда ему надо. Ну что, подтягивается, мы видим крипы с линии. Минески будут пробовать зайти на ХГ и снести хотя бы одну сторону Зефира. Ставили вард, далековато. Забежал у нас... Да, грызет бараки, он очень неплохо. Две тычки всего лишь сделал, и это минус 300 хп. Ну все равно странный какой-то вивер так быстро вернулся. Ну, он испугался, что если сейчас один стан мгновенно подкоп, его не выпустят, скорее всего. Поэтому он понимал, что надо лапсаться сразу после первой попытки его цепануть. Тем более, откат вообще 40 секунд. Да, так я сейчас смотрю на Никса. Запрыгнули, на заткнули Драгон Найта. Подкоп, отличный импел. Дум ходит в БКБ, ничего сделать не может здесь. Отличный, нет. Дарксир стянул, там Сенфин тоже ультанул, уже минус 3. И тут Рейскин, конечно... дерется, он погибает. Жив один только Дарксир. Сейчас Рейскинга еще раз убьют. Ну и вот так вот. А еще Рубик, воровный эпицентр. Отличная игра. Минус 4. Без шансов. Вообще полностью да. Без шансов. Не хватило дэмэджа, чтобы никого убить. Эпицентр был в никуда. Но Дум тут вообще на базе уже гоняет. Ну есть. Я думаю, что это good game. Да, ну если Зефир сейчас... Они там уже один выкупился, они пытаются тянуть время, типа, что мы еще готовы. Правда, не особо спешат тоже Минески. Не, у них крипов нет, они не могут бить бараки. Но Дарксир стянул неудачно, к тому же. Капнули Кори, Кори получил стан, ульта Парейшна отличный. По двоим минус бамбу. Кори сейчас тоже погибнет. Отличный таймлапс от Вивера. И вот так вот. А если, да. Кстати, очередной фраг, там байбак делает Дарксир, не знаю зачем, бегает здесь Дум. Толпой делает блинкаут отсюда. Дарксир пытается забрать. И забрал, кстати, погибает одного. Погибает здесь Никс, в любом случае минус одна сторона есть. Ну, Вивер сейчас убьет Пуржа еще. Вот это еще не факт, на самом деле. Ну, Пуржа он уже убил, сейчас еще убьют Вивера. Осина. Сейчас пробежит. Оп, Вивер. 1200. Просто стоял. Дарксир уже полчаса издевается над аппаратом. Вот реально, уже, наверное, секунд 40 он бегает вплотную к нему. Ну и аппарат тут, наверное, все-таки погибает, скорее всего. Ну да, деваться тут некуда. Минус сторона и минус 4. Правда, там огромное количество байбеков было. Ну да, с той стороны там смертей 7 было, может быть. Так что здесь... Единственный минус, это, конечно же, потеря стрика. 8200 на руках у Вивера. Фантастика. И что дальше? Ну, что ж ты купишь, друг? Или просто в клуб Пайката? Доедалус, может, одним кликом. Можно доедалус. Клуб Пайката, это да. Членская клубная карта Пайката. Стоит как раз таки примерно столько. Есть премиум мембершип, голд мембершип, там все дела. Тараска все-таки собирает дальше своего айтем. Ну, почему бы и нет? Я не знаю, Линка, БКБ, еще и Тараска, и... это... Ну, еще Вангвард осталось собрать вместо Мидаса, и все, Вивертанк. Вивертанк. Оп, кого-то нашли. Минус Джакира. Я увидел только кровь в лесу у себя. Только лужицы разбросаны. Да-да-да. Да, но вот появляется Вивер, приобретает Тараску. И Вивер уже готов. Вот он полетел. Ему надо кинуть Мидас, продать его. Подожди, надо слот освободить. Чтобы освободить слот, надо что сделать? Замидасировать крипа. Все же... Все умно. Да. Да, не просто так. 190 золота, извини меня. Кстати, да. И что, пойдут на Рошана? А? Ну что, 31-15. 43-й минуте.
что Рубик тоже с Аганимом сейчас будет. Ну, с тем количеством спылов, которые он ворует, хотя что тут с Аганимом можно украсть? Стенку, эпицентр. В принципе, все. А, ну макропиру. Но это уже неплохо. Это неплохо, да, на самом деле, но спылы, которые... Ладно, эпицентр не так трудно подловить. Так, Вивер побил Рошана, приморозли, Вивер тут побегал. Поняли, что бьет. Не поймали, ничего страшного. И тут, кстати, в спину уже Никс готов зайти. 18 левел Никс. Вивер тусуется далеко отсюда. Гема здесь ни у кого нет, есть пару сентрей. И улетает отсюда Dragon Knight, потому что у нас очень сейчас много крипов, сейчас надо кого-то отрезать. Ну, Минески уже 10 минут имеет преимущество 15 тысяч и больше. Сейчас у них 29 тысяч голды и 34 тысячи экспы. Они переигрывают просто салат. В салатище, да, но они никуда не пойдут. Они не будут спешить, они хотят выиграть. Что, в параллельном матче я смотрю на нашем стриме под номером 4, где комментировал игру Адекват. Оранж выигрывает у Митраст. Там игра еще не закончилась, но закончится с минуты на минуту. И что? Сия появляется у Дума. Это неожиданный поворот. Ну, нормально. Че, вот это опытный Дум. Саша Яша и Драгонайт покупает Кирасу себе. Это неплохо. Нивелирует Кирасу Дума. 25-й левел Дум. Мама дорогая. И 23-й Вивер. 45-я минута игры. Кстати, игра-то у нас затянулась. Это я... Не, ну я, в принципе, заметил, что игра-то затягивается. И Зефиры стоят в дефе. Да, они проигрывают миллиарды там голды экспы. Но все же возможно. Не, возможно, но очень трудно. С таким преимуществом это жуть. На хайграунд трудно зайти. Есть чем откидываться тут. Есть и ТХД, и Вивер. Пару тычек по вышке. С Тараской ему ничего не страшно. Увернулся от Айспата. Ну да, в принципе. Ну что, заходит он опять. Никс не попал ни по кому. Сворм не попал ни по кому. Макропира. Вивера. Вивер убегает. Нет макропиры. Там заныкался секси бамбу. Так круто прыгает Дом. Дум поджигает на секси бамбу и два удара просто по бамбу. Тут же у нас Кори пытается драться. Проблемы могут быть у Вивера и Вивер-то. Но ронять пока только Аэгис, если да. Это не страшно. Кори вот здесь наваливает неплохо. Драгонайт только проюзал форму, его тут же подкатываем пэлом. Догон пошел, минус Драгонайт. Ну Сунгин с ультом вошел и убьет кто-то. Нет, никого не убьет. Да, минус 4. Очередной раз без потерь. Ну потеря только Аэгис. В живых у нас Рейс Кинг, которого так и не убили, теряется сторона. Ну и Минески становится еще на шаг ближе к победе, сразу в мид побежал у нас Вивер. Я думаю, это мига крипы, и скорее всего это уже не на шаг, а победа, потому что 45 секунд до Dragon Knight, Скелетон Кинг тоже через 20 секунд. Ой, Скелетон Кинг, извиняюсь. Ох, как хорошо въезжает сейчас Рубик в Рейс Кинга. Подкоп, минус первый раз, доносит бараки. Второй раз, пока пытается Рейс Кинг убить Рубика, и Дарксир стянул двоих, Рубика убили. Здесь мы видим, Никс убежал отсюда, ну и бараки донесли. Мега-крипы. Да, мега-крипы есть, там масс-байбек, и хорошо, конечно. Ну, Вивер продолжает избивать, сейчас будет бить Йосина. Йосин погиб, Вивер таймлапс, и уходит. Даже не уходит, он что, продолжит сейчас драться, сейчас бамбу будет да, бить. Чего ему бояться? Бамбу с блинка, бамбу погибает, нет, бамбу еще меку юзнул. Но все равно погибает. И вот он, Рейс Кинг. БКБ, последний друг. До Impale. Свидания, Рейс Кинг. Заморозочка. Минус. ГГ. ГГВП. У нас сегодня день просто каких-то переворотов. Все друг друга убивают по очереди. По кругу, по кругу, по кругу. 1-1 становится стата у Минески, 1-1 становится стата у Зефир. Там тоже параллельно по 1-1 у очень многих команд. Да. И ульта Парайшина полетел, только что у нас на лоудскрине финальном, но это не считается. Ну что, в принципе, матч неплохой. Я сейчас нашим ребяткам, которые занимаются вбиванием статы да. предоставлением вам всей информации, которую вы получаете на протяжении дня. Ну, а мне дают отмашку, то, что мне пора идти помогать ласту. У нас, да, у нас потери понесли наши ряды. Потери. Каспер, к сожалению,
не выдержал. Поэтому... И ушел на покой. Ушел на покой. На временный, да. Слава богу. Ушел отдыхать. А ну, Каспера мы за это сегодня на вечер на Америку отправим. На доигровку. Так что все окей. Ну что, из матчей третьего тура результаты, в принципе, несколько результатов уже есть. Я их вам пока тут не закрываю, сообщу. Arrow выиграли у MVP Phoenix. Orange выиграли у Midtrust. И вот мы только что знаем, только что закончилась игра. Минески выиграли у Zephyr. First Departure и ребята из XCTN до сих пор у нас играют. Да, First Departure и XCTN до сих пор играют. Эту игру вы можете поймать на нашем третьем, я так понимаю, или четвертом стриме. Не помню, на каком из них. Эта игра идет. Эта игра идет у нас на... Сейчас скажу вам точно, вы извините. Эта игра идет на... Блин, а на каком стриме эта игра идет? Ладно, черт с ним. В любом случае, у вас должен быть открыт мультитвич, и вы должны это, да, видеть. Да, вы должны все матчи видеть, так что хватит вот это. На третьем стриме все-таки идет. В четвертом туре. Skies Minesky, Midtrust Zephyr, RRQ Orange. Вот оно, Skies Minesky, Midtrust Zephyr, RRQ Orange, Arrow First Departure. Офигенная игра будет на четвертом стриме, Arrow First Departure. Midtrust Zephyr на втором стриме. Сейчас Витя там с Ластом будет комментировать. Ну а здесь на первом стриме Skies против Minesky. Очень даже. Да, Skies против Minesky очень даже неплохая игра. И она начнется буквально через 10 минут. Поэтому далеко не уходите. И мы уходим на короткую паузу. Скоро вернемся.